Хлопай и начинаем. Доброе утро, дамы и господа. Всем хорошего настроения. Развлекательный контент продолжается по эфирной сетке нашего телеканала. Итак, бро на связи. Что это такое? Это передача, в которой гость может заработать от наших партнеров Бро-бургер максимум 500 рублей. Ну, если он, конечно, будет шустрый, активный и с подвешенным языком. Как ты. Почти как у ведущего, правильно? Вот он ляпнул маленькую фразу и уже расположил к себе. Гость, Вячеслав, привет. Всем привет, привет. Доброе утро, очень как настроение, как дела? Супер, отлично. Чувствуешь, что это не золото, а бижутерия? Да. Все, это специальное отделе, ну, типа, попросили ребята в Бро-бургер, говорят, типа, Мазер, будь максимально фешенебельно и дорого. Все, для меня сказали, я пришел в лучшем. Это мой костюм выпускной. Итак, Слав. Да. Откуда ты уже выпустился? Рассказывай. Из Тирасполя. Хорошо. Ну, где учился, что делал? Где учился? Это обязательно, да? Конечно же, у нас все записано. Вон коллега с... Я закончил экономический, потом педагогический, потом универсальный. Фантазерский. Да, это само собой. Да, хорошо. И все, да. А танцевали не заканчивал пока. Мы прекрасно понимаем, что Слава юморист, и Слава еще и великолепный танцор. Это да, факт. Да. Будь добр, давай, я понимаю, что ты не скромно, но о себе. Какие у тебя регалии? Чемпион там, мира, Европы. Там, не, не, не надо слово. Чемпион мира. Не, прям чемпион мира. Вселенной. Это серьезно? Вселенной? А, да. Еще. Галактика. Давай. А, нет, вот там без алкоголя. Так а что тогда, откуда галактика? Не пью, да. Давай, нет, давай серьезно. Чемпион мира. Чемпион мира, Европы, России, Молдовы, Украины, Польши. Ну и как бы так достаточно. Да, да, неплохо. Достаточно. Ну, да. Все, да. Слава преподает танцы, у него много групп, уже много было выпускников, все его уважают и знают как Вячеслав Степанович. Это здорово. Артем Николаевич. Итак, очень приятно. Вячеслав Степанович, Бро-бургер дает тебе 500 рублей, если ты справляешься с моими заданиями. Так. Задания очень простые, несложные. На выполнение задания у тебя есть 5 секунд. За 5 секунд справился, я должен... получил 50 рублей. И ушел. А, нет. И дальше продолжаешь. А, ну все, тогда. Когда заканчивается 5 секунд, будет вот такой звук. Хороший звук. Потому что современные возможности. Еще раз звук, пожалуйста. Да. Да. Я его не пропущу. Нельзя, нельзя, нельзя. Очень важно. Итак, начинаем. Хорошо? Хлопай, погнали. Поехали. За 5 секунд, пожалуйста, будь добр. Перечисли нам любые 4 города Приднестровья. Начали. Тирасполь, Григориополь, Рыбница, Слободея. Время. Успел, справился, похлопайте ему, молодец. Да, 50 рублей твои. Спасибо. Да, вот сюда тебе положу. И будь добр, еще возьми со стола любую цифру, любую. Мне нравится семерочка. 7. Переворачиваю. Клади ее сюда. Да, чтобы телезрители видели, вот 7. Все ясно, да? То есть у тебя есть 50 и цифра 7. Итого 57. Идем дальше. Хороший юмор. Продолжаем. Четыре любые созвездия. Время. Звездопад, кинепад, ракопад и плесопад. Мы засчитаем. Давайте первый раз засчитаем. Это было забавно и смешно. Молодец, аплодисменты. Давайте ему. Смелее, да, похлопаем, да, да, отлично. Так, еще 50 от бро. Это тебе, бро. И еще любую цифру, пожалуйста. Двоечку можно? Конечно. Да, отлично. Рядом. Итак, или на нее? Не, рядышком, конечно. У нас есть 7, есть 2. И идем дальше. 172 уже. 172. Это Вячеслав. Здорово. 3 числа, от которых можно отнять 2. Время. 10, 8, 6, 4. Красавчик. Есть. Бери еще. Еще 50 твои. Можно заканчивать, я уже могу пойти. У нас тут нет такого. Нет, ладно. Никто не уходит, пока полностью не проиграет. Выбирай любую цифру. Ну ладно, возьму вот 4. А ну давай расскажи, с чем у тебя 4 ассоциируются. Нет, просто увидел 4, как бы взял, все. Взял, жестко берешь 4. Жестко, очень жестко беру. 4. Да. Хорошо. 4. Только идем дальше. Да. Еще 2 задания. О, так мы уже почти на финише. Да, у нас короткая передача, но интересная. 4 способа потушить костер. Время.
Так, позвонить другу. Он... Позвонить другу. Ноль. Я расскажи, нет, есть история про костер? Да нет, я попью водичку, можно? Да нет, спасибо. Давай. Итак, Слава не справился. Когда человек не справляется, ведущий ему дает ноль. Три материала, из которого можно возвести стену. Время. Так, бетон, кирпич, гравий, песок. Есть! Дайте шума, молодец! Справился. Выбирай цифру. Любую цифру. Вот 9 или 6? Это 6. Это 6. 6. Слав, у тебя есть от Бро Бургер 200 рублей. Отлично. Мы тебе предлагаем сделать удвоить эту сумму. Каким способом? Вот номер. 7-24-06. 6. Так. Мы сейчас с твоего телефона набираем этот номер. Кто там должен поднять? Девушка или парень? А, я должен отгадать? Да. 72-406. А если 75 или 777? Давай сам решай. 777, 775, 779 или 778? Три семерочки. Я думаю, что должен поднять парень. Так, 0, 3 семерочки, 72, 72, 406, 406. Мы можем продемонстрировать, Ром? Будет видно? Все, у нас все по-честному, цифры совпадают. Громкая связь, у нас полная тишина в студии. Супер игра представлена двумя партнерами. Это Бро Бургерны и магазином Mobile Market. Отличный магазин для покупки замечательного телефона и всех необходимых для этого аксессуаров. А мы продолжаем супер игру. Алло, здравствуйте. Вас беспокоит телепередача Бро Связь. Мы сегодня это вот записываем новую программу. И в общем, получилось так, что я играл сегодня первый раз, да? Да. И получается так, что по окончанию игры высвечиваются, тут такие правила игры, высвечиваются цифры. И так что получилось, что высветились ваши цифры, и я обязан был вам позвонить, поздравить вас, что вы, как и я, первый участник в этой программе. Пожелать вам всего самого хорошего и будьте здоровы. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, до свидания. А как вас зовут? Валерия. Валерия. Очень приятно, Валерия. Это Вячеслав и со мной рядышком Артем Мазур. Да, здравствуйте, Валерия, вам доброго. Сколько нам лет? Мне 17, Славика 15. Родители ушли и дали телефон. Понятно. Извините. Шухер, мама идет. До свидания. Ну что, по-честному, мы старались, мы хотели, да. Но это не представитель мужского пола поднял, а девушка Валерия. Валерия, да. Да, Валерия, вы побегайте было... в бургерную, а может быть, Слава для вас оставит 50 тряпочков. Очень было приятно. Тебе это было спасибо. Очень здорово. Тебе понравилось? Очень. Давай, прямо в эфире сложно скажи. Ребята, приходите там, участвуйте там. Ребята, приходите. Это было реально очень круто, очень позитивно. Поэтому ждем. Я здесь тоже буду, наверное, постоянно теперь, как зритель. Поэтому всех ждем. Это было реально респектово.